Ну, это тяжело, пока он 100 лир. 100 лир стоит, а тут 200 лир. Плюс 3 маны. Ну, вот это да, только единица. Охотничья куртка. Ну, плюс 2 защиты, и минус инициативы всем животным в армии. Сапог плюс 2. Щит плюс 2. Щит какой-то. Нет никаких щитов. Ремень огра плюс 4 защиты. Дубина огра, сандали огра. Плюс 2500 лир. Ну, огры только на дарсе. 42 огра. Если их победить, найдем мы там вот эти вот дубину хотя бы огра. Или мы, может, дубину продали. Или это была дубина тролля. Вообще не видно. Я нашу дубину огра легче найти, чем на всем. А дубина огра дает атаку. Ну это явно какой-то серьезный комплект. Плюс 2500 лидеров, по 5 тут 1000 там где-то все. Да, а вот молот терновника против нежити. Пять маны, без две атаки, пять маны, это две атаки, минус 5 защиты. Почти минус 10, у нас против нежити очень круто. Ну, тогда тапочки тоже нужно. Оставляем тапочки, а мечик меняем. Королевский молот, эти тапочки. То есть комплект огры. Вот это можно будет все это микролидерство это все поснимать. 100 человек плюс 200. Ну 300 лидерства, да, там прибавит. Конкретно прибавится. Ну защищенность, это в смысле будет выгодно, что оно будет точно куда-то вот сюда выпадать. 8000, например. Вот еще на чтоб там 4 рунические, тогда можно не снимать. Ну пока что у нас тут претендент. На замену вот такого вот это. Солнечный плащ. Белые тапочки и солнечный плащ. Ну что-то можно заменить. Ну, здесь 14-18. Ну, скорее обычный стандарт. У паладинов 20-24. Ну, по сути, что оно одинаково. 23 паладина и там 28 кавалерий. Одинаково, только защита. 60 может угрозить часто. За 98 подумал, за 3 удара.
паладины. Ну, не раньше были, да, не раньше, если потом расклада курсет. Паладины. Золотые. Хоть и пешено развивают, а ну, ты шустрый. Семьдесят пять левый крыл, это кошмар. Как у нас 20 грифов, у них 3 раза больше. Какая-то такая. Ну, грифонов так купили, зачем мы нападаем? Нападет лес, если бы дубина огра была. Мы приехали в следы крылами. И забрали эту штуку 8 от себя. Было там отряд был. Если это Дима, это Дима. А у нас они же только таски проверяют. Можно выгнать того и взять вот это. Вот это. У тебя есть спутник. Можно посмотреть, оставил он артефакт. Ну, скотина, не оставил. Может, ему портретом. В общем, нельзя так. А, в общем, это же ниже 20. Так у нас, когда 20 будет. Мракоборец, мракобес. Уже не нужен будет. Ну, Игера, это охотник. То ли охотник на ведьм, то ли ведьма. Скорб ведьма. Тут небольшой отряд. Ты что-то захота можно продраться. Блин, продраться надо. Как подраться. А, к этой пещере. Пойдем. Поедем. За медиумами надо пунктировать. Бочка пила.